Свой очередной учебно-тренировочный маршрут спасатели и сотрудники ГАИ проложили с учетом нескольких условий. Во-первых, автомобиль проезжает по центральным проспектам, здесь больше места и вариантов для маневра. Во-вторых, через мосты с разным количеством полос для перемещения. Ну и в-третьих, через небольшие улицы, где можно качественно отработать взаимодействие в ограниченных условиях. Время проведения учебно-тренировочного мероприятия было выбрано не случайно. Ближе к 5 городской трафик становится более загруженным, автомобилей на дороге становится больше. Однако, должно ли это влиять на культуру вождения? Спокойным это перемещение назвать действительно сложно. Водитель пожарного автомобиля то вырывается вперед, то резко тормозит. Условия города все-таки вносят свои коррективы. Понимая то, что от лишней минуты, сэкономленной в пути, может зависеть чья-то жизнь, спасатели стараются попасть на назначенный адрес как можно быстрее. Однако не всегда это понимают другие участники дорожного движения. К сожалению, нередки ситуации, когда автовладельцы просто игнорируют сирену. А это, как правило, чревато ДТП. К сожалению, на сегодняшний день участились случаи, когда несознательные граждане не пропускают автомобили со спецсигналами спецтранспорт. Даже в этом году у нас уже одно дорожно-транспортное происшествие произошло с участием нашего автомобиля, преследование к месту вызова. И по одной и только причине, о том, что человек просто засмотрелся, слышал музыку, не услышал звуковую световую сигнализацию, в итоге получилось дорожно-транспортное происшествие. И, соответственно, этот автомобиль к месту для оказания помощи гражданам не прибыл. И вот это вот предупреждительные акции мы ежемесячно проводим с сотрудниками ГАИ для того, чтобы предупреждать дорожно-транспортное происшествие и где-то обучительный характер носило, чтобы граждане осознавали и обучались, что необходимо пропускать. Неважно, это едет сотрудники МВД или МЧС, даже элементарная, та же скорая бригада. На всем пути следования автомобиля МЧС его сопровождали сотрудники ГАИ. Они наблюдали за происходящим. И в этом учебном мероприятии нарушений выявлено не было. Все водители старались максимально быстро реагировать на дорожную обстановку. Кстати, непропуск автомобиля с включенными маячками и звуком сирены – серьезное правонарушение. За это предполагается административная ответственность. За непредоставление преимущества движения автомобилю специального назначения, согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком до года, либо без лишения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.